Момент. Ну, как так уберите хоть как-нибудь? А они вы забиваете людей. Это... Я? Московская здравница! Я говорю, люди, сидите дома, никуда не ходите, не працуйте, ни за что не платите, ни за проезд, ни за квартиры. Идите в краму, забирайте продукты, пусть они задушатся. Это экономика. Обрабование нашего народа. Я не опошлый стяг у меня скрали. И не треба ни одной годины на них прессовать. Усё.